Здравствуйте, друзья! В этом видео с вами поговорим о таком проекте, как Atcemy. Это глобальный криптовалютный платежный оператор. Вот. Это проект, который поставили криптовалютные платежи технологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сильный сивафан покупателей, быстрый, безопасный, как удобные гибридные криптофиатные платежные системы и решения. Онлайн-платежи в три простых шага. Пользователь проверяет карту, выбирает криптовалюту, какую валюту удобно платить. Биткоином, эфириум или какой-либо другой валютой. Сканирует QR-код и платит с криптокошелька. Вот все просто, как мы видим. Также офлайн платежные три простых шага. Транзакция в гибридном приложении на POS или мобильном девайсе. Выбирает криптовалюту, сканирует код и платит с криптокошелька. Просто и легко платежный туториал данной платформы. Вот видео можно посмотреть. Но сейчас время не будем тратить, чтобы не занимать много времени, вот так посмотреть. Партнеры. Atcemy представляет вам гибридные платежные решения, которые доступны офлайн и офлайн бизнес. Принятие фиата и криптовалюты легко, быстро и безопасным образом. Atcemy платит вам с вашей локальной валютой без какого-либо риска, скажем так. Кстати, вот партнер, также для разработчиков. Вот. Ну, давайте посмотрим еще продукты, пользовательские особенности, онлайн и офлайн, cross-border, cross-chain транзакции, быстро и безопасно. Искусственный интеллект обучаем и избегает риска обмана. Собственно, работаем с системой сообщества. Гибкие платежные решения. Вот. Команда проекта. Вот можно почитать о команде. Техническая команда, бизнес-команда, советники, консультанты, дорожная карта, вот 3-4 квартал 2019, 20-й, каждый квартал расписывает, что они планируются, и вплоть до 2021 года, можно посмотреть. Вот таких стратегических карт, в каких странах планируется запуск. Ну, третий квартал 2020-го запуск в Европе. Первая страна, которая будет Германия, например. Вот такой вот, в общем, проект. Ссылка на данный проект будет в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока!